Сергей Шнуров показал свою новую супругу. Снимок с молодой супругой лидер Ленинграда опубликовал в соцсети. Пост он сопроводил стихотворением. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал снимок с новой супругой, 28-летней Ольгой Абрамовой. Это фото является первым официальным подтверждением отношений пары. Свой пост он также сопроводил стихом, в котором подтвердил, что состоит в браке с девушкой. Снимок был сделан в Санкт-Петербурге на набережной. Известно, что предыдущей супругой Матильдой Шнуровой музыкант развелся в августе этого года. Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров показал синяк под глазом, который ему оставил разгневанный фанат. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.